Понятно, что это абсолютно фейковый праздник, фейковый день. Нет никакого народного единства. Как правило, праздники, они не появляются на ровном месте. То есть, так, ассаламу алейкум. Потом, что последние дни в Чечне напряженно, постоянные рейды и зачистки, которые хочет мобилизовать 84 тысячи парней и прочих, и прочий мрак. Как думаешь, чем это закончится? Чем обычно заканчиваются подобные эксцессы у кадыровской шайки? Тумсо, почему ты ненавидишь российских ментов? Ты сидел на российской зоне. Чтобы ненавидеть российских ментов, для этого не нужно сидеть на российской зоне. Так, Тумсо, завтра день народного единства. Якобы ты не обращал внимания, что в центре плаката к этому празднику, в центре почему-то всегда изображена женщина именно в русском костюме. Для меня этот день, он имеет особое такое значение и совершенно другое. Дело в том, что в этот день, 4 ноября 2015 года, можно сказать, моя жизнь изменилась на до и после. Именно в этот день, в день народного единства России, я был похищен Исламом Кадыровым. Это моя Наша с ним первая встреча, когда весь кортеж руководителя главы и правительства, руководителя администрации главы и правительства Кадыровского, значит, ехал в сопровождении своей охраны по государственно важным делам, увидел меня, пересекающего проспект Путина, бородатого молодого парня. Оставил, бросил все государственно важные дела. Весь этот кортеж поехал за мной. В следующем светофоре я был остановлен. И, в общем, далее вы историю знаете. И можно сказать, что с этого момента, до этого момента, до 4 ноября, моя жизнь шла в одном направлении, по одному сценарию. С этого дня моя жизнь пошла уже совершенно по другому сценарию. И, наверное, она уже никогда не станет прежней. Если до 4 ноября 2015 года я строил карьеру, работал и даже во сне, наверное, не представлял себя каким-то общественным деятелем, человеком, ведущим блог, вещающим на большую аудиторию, чтобы при упоминании моего имени, ну, при попытке, например, забить мое имя в Google, чтобы там выдавалась куча статей про меня, чтобы там были мои фотографии с моим фейсом, я не мог бы себе такого представить. А сейчас уже совершенно другая жизнь. Я абсолютно, конечно, ни о чем не жалею. Все, жизнь моя пошла по такому сценарию, по которому Всевышний ее повел. То есть не случилось ничего того, что не было предопределено. И то, что нас постигло, не могло нас миновать. То, что нас миновало, не могло нас постичь. И поэтому упование на Всевышнего Аллаха, нет никакого абсолютно недовольства жизнью. Наоборот, я вполне счастлив, что все именно так и произошло. Хвала Всевышнему Аллаху. Так, а что касается плаката, я, честно говоря, даже не знаю, о каком плакате идет речь. Понятно, что это абсолютно фейковый праздник, фейковый день. Нет никакого народного единства. Как правило, праздники, они не появляются на ровном месте. То есть не происходит такого, чтобы давайте придумаем праздник, а потом определим для этого праздника день. Ну, точнее, в России так происходит, но так это не работает. Для людей вот эти искусственные даты, они не становятся праздничными. Люди их не отмечают в эти дни, не радуются. Как правило, праздник, он должен быть приурочен к чему-то. То есть праздник — это что в первую очередь? Это радость. Разница между праздником и трауром. Траур — люди вспоминают что-то плохое и грустят. Праздник — люди, наоборот, вспоминают что-то веселое и радуются. И вот чтобы какой-то день у людей ассоциировался с радостью, им в этот день хотелось радоваться, что-то вспоминать, в этот день что-то должно произойти. Так вот, 4 ноября не произошло ничего, что могло бы людей радовать. И
не произошло ничего того, что можно было бы ассоциировать с объединением народов, проживающих в России. Чтобы этот день назвать Днем народного единства, что 4 ноября произошло, то ассоциировалось бы у людей как единство разных народов России. Особенно смешно говорить о народном единстве вот сейчас, когда в России орудуют всевозможные русские общины, какие-то северные люди, когда объявлена война просто всему проявлению ислама под видом борьбы с мигрантами борются на самом деле с мусульманами и не скрывают этого, если различные политики, более-менее публичные официальные люди пытаются это как-то скрыть, говоря о мигрантах, что вот преступность к нам едет от них. А, допустим, те же вот эта русская община и прочие там нацистские организации, они ведь не скрывают этого. Они открыто говорят, с чем они борются. И в контексте вот этих всех явлений, происходящих сейчас, рейдов всевозможных от этих общин, праздновать День народного единства, вообще говорить о каком-то народном единстве в России, это как будто бы, знаете, издевательство такое над здравым смыслом, над людьми, проживающими, над народами, проживающими в России. Так, ассаламу алейкум. Томсо, последние дни в Чечне напряженно, постоянные рейды и зачистки, которые хочет мобилизовать 84 тысячи парней и прочих, и прочий мрак. Как думаешь, чем это закончится? Чем обычно заканчиваются подобные эксцессы у кадыровской шайки? Какое-то время они лютуют, затем этот, видимо, спадает вот этот вот накал, и далее жизнь идет обратно своим чередом. Но вот эти пики, их, к сожалению, нужно переживать, и во время этих пиков, к сожалению, многие люди, конечно, страдают. И люди должны стараться вот в моменты этих пиков как-то не попадаться. Если есть возможность где-то переждать, то надо это делать. Я понимаю, что, конечно, для людей, работающих, учащихся, нет такой возможности. Они по-любому должны ходить к себе на работу, зарабатывать. Но по возможности, в любом случае, надо стараться как-то не попадаться этим людям. Тумсо, почему ты ненавидишь российских ментов? Ты сидел на российской зоне. Чтобы ненавидеть российских ментов, для этого не нужно сидеть на российской зоне. Хвала Всевышнему, мне не приходилось там сидеть. Но для того, чтобы сталкиваться с российской полицией, как раз-таки тебе и сидеть и не нужно. Ты с ней не сталкиваешься, просто если ты живешь в России, ты тут куда-то ездишь, ты тебя где-то останавливают, тебе нужно всевозможные посты пересекать. Ты, живя вот в этом социуме, ты не можешь не знать, что такое российский мент. Поэтому я, конечно, не понаслышке знаю об этих людях, но на самом деле, даже если бы я лично с ними никогда не сталкивался, и у меня не было бы какого-то личного опыта, это не значит, что у меня не было бы о них твердого убеждения. Это ведь не та ситуация, когда тебе нужно самому где-то что-то именно пережить. Это просто здравый смысл. Российский мент – это человек, который служит российскому государству, это руки российского государства, с помощью которого они издеваются над людьми, осуществляют свою власть. Когда надо по беспределу каких-нибудь активистов задержать, привести, обыск у них провести, что-то там, какой-то беспредел совершить над людьми, руками кого этот беспредел совершается? Руками российских ментов. Это и есть власть. Вот эти вот менты, всевозможные российские силовые структуры, это и есть российская власть. И этим все сказано. То есть даже если ты сам не живешь в России и никогда там не жил, все равно у тебя есть четкое понимание, что такое российская власть и российский мент.